Подарочные наборы для новорожденных начали вручать в Тверской области. Наша съемочная группа присутствовала при одном из первых вручений подарка. Подробности прямо сейчас. Каждый малыш, родившийся с 1 октября этого года и зарегистрированный в Тверской области, получает подарок от региона. Это новая мера социальной поддержки. Это, кстати, тоже стало неожиданностью. Я даже не знала об этой программе. И благодарность огромная правительству Тверской области Игоря Михайловича Рубеня. Это действительно очень здорово. И я думаю, что этот подарок в любой семье будет очень нужен и очень приятно. Состав набора формировался с учетом мнения жителей по результатам проведенных опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят 58 различных принадлежностей для детей от 0 до 6 месяцев. Это одежда в 3 размерах, предметы ухода, средства гигиены. Обязательным условием является, чтобы в наборе отсутствовали гендерные отличия. Очень значимое событие для нашего региона, которое повысит и престижность нашей профессии, профессии акушерства, гинекологии, и вклад в демографическую политику. Сегодня мы с вами наблюдаем то, что комфорт и доступность приближены к родовспомогательным учреждениям Тверского региона, в частности, перинатального центра. Еще одним нововведением стала регистрация новорожденных и получение свидетельства о рождении прямо в роддоме. Пилотными учреждениями для реализации проекта стали 3 роддома Твери и областной клинический перинатальный центр имени Бакуниной. Выдавать свидетельства начали с октября этого года. Так, в перинатальном центре уже зарегистрировали 25 ребятишек. Нововведение прям потрясающее, потому что, во-первых, экономит время родителей молодых, может быть, неопытных, таких как я. А так здесь вышла с палаты, получила и все, поехала домой с подарками и вот с такими замечательными документами. Затем этот опыт будет распространен на другие медицинские учреждения региона, где рождаются дети. Новые меры поддержки утверждены по решению регионального правительства и направлены на поддержку семей и улучшение демографии. В Тверской области начинается реализация нашего регионального проекта «Подарок новорожденному». Каждый новорожденный в Тверской области семья получает 58 предметов при рождении и регистрации нового маленького гражданина Российской Федерации на территории Тверского региона. Поддержка материнства и детства – ключевые мероприятия национального проекта «Демография». Национальные проекты реализуются по инициативе президента России Владимира Путина.